Тимка. Ульона ты мой, Ульона. Вот так. Гимнастика. Гулял. Гулял. Почти 3 дня не было кота. Почти 3 дня не было. Ульона. Петя, Петя, никакой выдержки нет. Боже мой. Не надо спешить. Все успеют. Поезд никуда не идет. Солнышко какое сегодня. Держи свою конфетку. Конфетка для Шубина. Да. Засада. Шубин хрустит. Банда. Банда вышла. Да. Симочка. Сегодня погодка просто прелесть. Тепло, +6, прям весна. А у людей Рождество. У нас почти весна. +6. Вот так. Сегодня полмира празднует Рождество, 25 декабря. И столько наслушалась. Это ужас, сколько я наслушалась гадостей. Конечно, мы празднуем с 6 на 7. Я не имею права ни поздравить с этим праздником никого. Не поняла даже. Почему я не могу людей поздравить с праздником? И не там я родилась. Да какая вам разница, где я родилась? Я людей поздравила. Может быть, еще китайцам приказать не праздновать. Или людям другой веры, мусульманам, буддистам, да кому угодно. Неужели нужно кому-то что-то приказывать праздновать? У людей свои традиции, свой календарь. Просто под разными названиями. Бог у нас один. Да, Симочка? Бог – это сама жизнь. А день рождения Иисуса – это день рождения Сына Божьего. Вот так вот. И люди считают себя праведниками, кого-то учат, упрекают в другой религии. Или в календаре празднования. Они считают себя лучше меня. Где-то я видела такое высказывание, что все себя считают самыми главными экспертами в религии, медицине и в политике. Так вот, на эти темы я никогда не спорю. Ни на тему религии, ни на тему медицины и политики. Этим должны заниматься профессионалы, люди, которые это знают, которые это все изучают. А мы показываем свою жизнь, свое отношение к жизни. Как мы здесь живем, что делаем. Мой канал для меня – это видеодневник для моих детей. Для моих близких. Я рада всем гостям на своем канале. Рада отзывам, поддержке, комментариям.
Ну, когда пишут гадости, я нещадно буду удалять всех. Вот вчера оставила. Не надо нас учить. Вот какой день сегодня? Тихо. Правда, на горизонте что-то бумкает. Сейчас губички сюда прилетят.